60 минут чистого времени, две лучших команды области и заветный трофей турнира. В Наукограде прошел финальный матч за Кубок губернатора по хоккею 2015 года. Хоккеисты Жукова сразу пошли в атаку и забросили три шайбы в ворота соперника. Но в середине периода фавориты начали фалить, и как итог, три удаления подряд позволили вернуться в игру Медыни. В дальнейшем обе команды продолжили создавать большое количество опасных моментов. Хоккеисты хотели порадовать болельщиков зрелищной игрой и забитыми шайбами. По окончанию первого периода на табло зафиксирован счет 4-3 в пользу Жукова. Замечательный хоккей сегодня был. Играли две достойные команды области. И каждая из них была достойна этого ценного трофея. Поэтому, в принципе, все прошло. Организация прошла на высоком уровне. За что большое спасибо организаторам и всем тем, кто помогал, и судейскому корпусу, то есть и ребятам большое спасибо. Во втором периоде команды продолжили играть без оглядки на свои ворота. Сценарий матча опять повторился. Уверенная реализация своих моментов и большой отрыв от соперника продемонстрировал Маршал. И опять невынужденные удаления, которые Медынь хладнокровно реализует. Третий период стал самым захватывающим. Хоккеисты из Медыни поверили в себя и отдавали все силы, чтобы догнать соперника. А преданные фанаты поддержкой повели своих игроков вперед. При счете 8-8 команды уже настраивались на дополнительный период. Но ошибка нападающего позволила решить исход игры в пользу хоккейного клуба «Маршал» 9-8. Впечатление от матча, когда проигрываешь в финале, всегда не очень хорошее. Поэтому упустили в начале игры, потом два раза догоняли, ну и на последние минуты, там, за две минуты до конца пропустили последнюю игру. В спортивной тренировке мы катались, мы долго играем все вместе, сыгранная команда, молодые ребята, сил много, собрались. На церемонии награждения лучшие игроки матча получили заслуженные награды. Хоккеисты Жукова взяли реванш за обидное поражение в прошлом сезоне и получили заветный трофей, став обладателями Кубка губернатора по хоккею 2015 года. Хоккей в Калужской области выходит на новый этап своего развития. В этом сезоне наши юные хоккеисты 2003 года рождения заняли второе место в первенстве России. Сборная Калужской области 2000-2001 года рождения пробилась на четвертый этап турнира «Золотая шайба», а мужские команды показывают выдающиеся финалы. Антон Носов, Вячеслав Долгопятов, телекомпания «Ника ТВ».